понимаете, ведь животных, кажется, я уже должен все остальное бросить и побежать в питомник кормить бездомных собак. Но вот не буду этого делать, пока хоть один ребенок остается голодным. Человек, человек настолько дороже всего, и даже животное, когда вот мне говорят, что есть такая поговорка, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. И однажды журналисты, которые берут интервью, они потом по собственной инициативе пишут заголовок. И одна из моих статей интервью, значит, так озаглавлена. Я как увидел, я прям взбесился, честно говоря. Потому что я говорю, как такое выражение? Я это выражение, ну, честно говоря, не то что не люблю, но даже ненавижу. Но я считаю, что это категорически неправильное выражение. Понимаете? Как можно, заботясь о животных, начать не любить людей, понимаете? Здесь я не знаю, с кем спорю, но я говорю, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю людей. Здесь собаки не имеют никакого, ни собаки, никакие животные. Нельзя переставать любить людей. Это самое ценное, это такие серьезные точки зрения создания Божьего. Все создания Божьи эти, да? Но человек создан Богом как, так сказать, нечто особенное, понимаете? С другой стороны, я говорю, вы же дарвинист, эволюционист, как вы можете такие глупости говорить? Я говорю, ну, говорю, потому что с детства приучен еще и к этим религиозным догмам.